Вот это наш следующий вопрос, потому что они ставят в конце этого листа очень важную, еще одну стратегию, это научиться работать в команде, потому что большинство американских и вообще в мире сейчас предприятий работают как большая система. И в этой системе работает очень много людей. Как правило, они не работают одни. Поэтому они говорят, что очень важно, что человек умеет работать в группе. Вот как научить ребенка так работать, чтобы он потом смог выйти из университета и свободно работать в любом сеттинге с любыми людьми? Он не сможет работать с другими людьми. Для того, чтобы работать с другими людьми на любой работе, в любой группе, для этого он должен быть просто хорошим психологом, который себя подделывает под эту группу. В чем-то себя ограничивает, в чем-то себя делает другим для того, чтобы включиться в этот коллектив и выиграть на этом, и быть нужным, и так далее. Это неправильное включение человека в коллектив. Это неправильная работа. Это просто, уродование себя, насилование себя для того, чтобы влиться в какой-то коллектив искусственный. Значит, адаптироваться не нужно? Это не адаптация. Это не адаптация. Адаптация – это тогда, когда подбирается коллектив. Специалисты. Угу. И делается из них коллектив людей, кроме специалистов. Что это значит? А это значит, что они должны подбираться и создавать из себя маленькую интегральную систему, когда каждый дополняет друг друга чувствами, пониманием, осознанием, своим включением с другими людьми, желательным, правильным, когда они понимают вот эту общность, когда они чувствуют себя вместе, как один. Значит, их нужно искать по совпадению, по свойствам? Нет, это интегральное воспитание предполагает такое развитие человека, когда можно будет затем с легкостью комбинировать из них и создавать из них любые группы, даже по специальности, даже по каким-то особым необходимым жизненным действиям, ситуациям. Уточнить, не на основании их навыков, на основании их внутреннего содержания? На основании их навыков профессиональных мы собираем команду. Так. Допустим, команда должна состоять из 15 человек, угу. В котором каждый есть там дворник, слесарь, врач, пожарный, ученый, я не знаю, кто и как. Совершенно разные люди. Угу. И они между собой контактируют сверху вниз по иерархии, подчинения, кто и как. Там есть еще и начальники, и руководители работы и так далее. Так? Это не имеет значения. Это одно. И второе, когда мы из них создаем круг, где все они равны, где все они включаются в друг друга, все уважают друг друга. Все считаются друг другом, понимают, что они один единый коллектив. И нет никакой разницы между дворником, начальником, ученым или секретаршей. Как это выражается, в поведении или в отношении? Во всем. Во всем. То есть это одновременно. В специальности я подчиняюсь тебе, потому что ты умнее, ты знаешь и так далее. А как люди мы абсолютно все равны. Угу. И мы это чувствуем. И постоянно ненавязчиво ощущаем это так друг от друга. Это особая техника. Но она, если мы ее не достигнем вообще в масштабах всего человечества, то нам будет, конечно, плохо. Значит, работать в команде нужно учить именно с такой основой. Это да. Интегральность, это взаимозависимость и взаимное уважение, понимание друг друга. Каждый выполняет свою функцию. Это невозможно дать. Это интегральное воспитание без интегрального образования. А интегральное образование – это когда они проходят определенное количество предметов по развитию в себе интегральных навыков в соответствии с тем, что они видят, насколько интегральна природа на всех ее уровнях, насколько она обволакивает всех, держит всех в своей интегральной системе. И когда мы подобны этой системе, вот тогда наш коллектив работает красиво, хорошо, производительно. А если мы этой системе природы не подобны, даже в нашем маленьком коллективе, у нас все происходит очень-очень тяжело.